За те годы, сколько я считала, лет 18-19 уже, появилась уверенность в себе, уверенность в знаниях. Если ты знаешь травы, то любому человеку эти знания полезны. Где мы собираем травы, в каких условиях производится наша продукция. Для этого это и существует производство, выбор, который производитель предлагает, ассортимента чаев, там иван-чай с мятой или там горные травы, чай с чабрецом. Гидролат мы делаем на нашем производстве с помощью вот таких медных алькитар. Покажу, как приготовить бальзам для губ. Так как мы находимся в Адыгее, основу нашего ассортимента составляют травы Кавказа. Вы идете компанией в поход, в горы. Поле трав разных. Никто не знает, что это такое. Ну, и цветочки красивые, а ты нарвала. И чабрец, и зверобой, дикую мяту, и шиповника сорвала горсточку, и чаек вы заварили вкусный. И все довольны и удивлены. Представляешь, как здорово?